Да. Все. Отлично. Так. И вот теперь мы через низ делали все волны, а сейчас мы будем делать волны через верх, но будем задействовать ягодичную мышцу и вот эти широчайшие область ушек, так называемых. То есть напрягаем специально бедро сбоку и ягодицы перебарываем. То есть не поясничкой, а тут именно таз борется с бедром. Вот. Отлично. Борется с бедром. И перенос баланса с коленочки на коленочку. И именно поднимается седалищная кость, и она, бедро сзади будет ее держать. Это как бы программа не волны, для ягодичек продолжается все, но по-хитрому, хотя они все похожи визуально, но работают абсолютно разные группы мышц. Бедром внутри шатаем, отлично, шатаем, и копчик поднимается как можно выше, а потом именно сверху вниз натягиваем бедро сзади, круто, и все. Теперь вверх натягиваем. Подняли, а вниз натягиваем. То же самое мы сделаем сидя. То есть мы отрепетируем. Теперь уходим назад и вперед натягиваем и растягиваем бедро сзади, которое под коленочками спрятано снизу. Можно как бы вот это действие проверить, тянется ли или нет. Проверить ручками там снизу. И именно снизу вот это натянуть, да. И седалищными костями назад туда. Подлезть под пяточки, а натянуть назад туда, да. Очень хорошо. Круто. А сейчас с левой коленочки на правую переступаем, при этом еще с пятки на пятки, с голень на голень. То есть тут очень много всего, секретная информация, но очень хорошо работает как бы одна нога. Теперь еще шире ставим для разминки голени, так как скоро будут растяжечки у нас. Растопырить пальчики все в одну линию, то есть подъем стопы, прям где, да, чтобы они подзагнулись. И когда уходим вперед, они отдыхают. Вес тела наваливаемся на пальчики, но главное, чтобы все было выворотно. И опускаем бедра, это виляние бедрами, как восточные танцы. Именно правым, теперь левым вниз. Левое бедро поднять и левое опустить. Правое стоим на месте, левое дальнее то. Поднялось и сейчас опустилось. Поднялось и опустилось. Левой ногой давим в пол, бедро поднимется. Расслабляем, опускается. Отлично. Все, мы готовы, стопы готовы. И теперь суперсложное движение. Но надо попружинить на пальчиках, сзади стопа как раз вот. Подлететь поближе, прицелиться первые разочки. И на передние ножки вес тела, а потом только, да, вырасти на ролевешку. Раз, два, и вырасти на ролевешку заднюю. Да, отлично. И четыре таких движения. Задняя нога вырастает на ролеве, а передняя вот. А теперь наоборот, два раза будем растягивать бедро сзади. Опускаясь пяткой и пяткой, да, вырастаем близко, да, вот, отлично, раз, два, вперед выросли и назад, присесть, присесть, круто, да, замечательно, присесть, и вот эта активная пружина возвращает в исходное, взлетели, а теперь присели, присели. Следующее движение, просто потянуться на ролевышке и все, смена стороны. То же самое необходимо, первое, сзади найти правильный баланс на передней ноге, установить пяточку правильно, переднюю ножку имеется в виду, каблучком, да, вот, под коленкой нашли. И теперь раз, два, близко встали и выросли ролевешку задней ногой. Именно у задней ножки. Раз, два, задняя ножка, пяточку, ролеве. И это ролеве будет прижимать животик там в тазу, вот. Все, а теперь перекаты на пяточки. Это для растягивания икроножной мышцы. Пяткой падаем, падаем. Круто, тик-тик. Так коротко, так чик-чик, да. Взлетели. Чик-чик-тик. Прям чик-чик. Круто. Стараемся животик не складываться, то есть чик-чик-чик-чик, отлично, и еще два раза, жик-жик, и тик-тик, отворачиваемся от передней ноги, больше еще, вот она отвернулась и выросла, да, еще больше, да, все, мы готовы теперь к следующему этапу, следующий этап, активация сразу двух ягодиц сзади, то есть колесико так называемое, надо найти расстояние, поэтому прицеливаемся, просесть еще ниже, не прогибаться вперед, одной ножки расслабиться и сесть, да. Теперь чуть ко мне шире, правую ногу ко мне еще шире, она там слишком у вас, да, стопу тоже. Вот, чтобы появился этот баланс, да, красота. Вот, все, отлично, расслабленные. Вот, море, солнце, пальмы ваши отлично как раз создают настроение. И теперь остаетесь сзади, да, сзади за пальмой, да, вот. И заново, и так каждый раз. Вы остались сзади, чуть-чуть встали на ролевой передней ножкой, прыг, и убежали.
Да, старайтесь убегать прямее еще каблучком перед собой, как бы вот наружной стороной каблука вовнутрь, к центральной линии. И жик. Настя, отлично. Тут вообще огонь. То есть тело как можно меньше, чтобы делать. Теперь еще интереснее будет. И жик сразу чуть-чуть тык. Ага. И только потом хлопнуть задней ножичкой. Отлично. Раз. Чтобы не было больно коленка, перекатились через чашечку, остались. Головой назад. Головой назад. Ух, ой. Да. Хвост, да, косичечка. Волоски там сзади повиснут, когда можно ехать вперед. Раз, сели. Хвостик назад, красивенько, да, вот. И можно ехать, да. Прям вот так, вот, отлично. Ну вот, конечно, сейчас намного интересней. Вперед можно даже ехать будет в будущем с присогнутой коленочкой. Вот, раз. Не до конца ее выпрямлять, но мы это делать не будем, да, сегодня. Поедем, раз, и уедем, как обычно. Вот это, да, вот эту красоту. Вот, так тоже красивенько, вот, да. Цель – достать седалищной косточкой туда, бедром сзади, пол, как всегда. Да, здесь тоже просто провиснем. Пяточку в центре, переднюю, левую ногу ко мне сюда сдвигайте. Да, тело развернулось. Ближнюю ножку ко мне ближе придвигайте, еще шире, вот. Задняя стопа, да, вот ее, вот, посмотрите сейчас, какая, да, отрегулируйте и все, да. А, вы просто под уголком, мне не видно было, да, все. Ну и теперь вы все, огонь, ставьте аккуратно коленочку и не меняйте все эти параметры, запомнили. Как бы цель прицелиться, а потом продолжать в этом же линии, никуда от нее не уходить. Еще в центре переднюю ногу, заднюю тоже не смещаем. Вот как красиво, косичка повисла, причесочка, все. Правую руку пошире всегда ставим, а что она будет у нас у передней ноги, которая рука, ее ставим сюда шире. В сторону отводим к пальме. Правую ручку только, левую не надо, ту, а левая внизу. Да, вот, все, идеально. Настенька, умница. Настя, сегодня особо красиво все получается. Вот. Да, левая ручка это посадочная, а правую в сторону к пальме, да, висит красивая, но и назад ее чуть-чуть, да, назад ручку заднюю правую, да, вот, это оно. Прям сразу да, к пальме ее выпрямить, вверх поднять, вот туда назад руку правую, да, вот тут ее оставить и зацепиться там, выше-выше правую ручечку вверх. Вот, и начать движение теперь, и ножкой, и убежать, ура, о. Вот так вот тоже круто. О, согнутой коленочкой получилось, ура. Видите, тело почти не меняется. И сзади вот эти красивые контуры. То есть средний угол в обеих коленочках. Ну, теперь самое интересное начинается. Это вырастание на ролевые и откат. Ставим ноги чуть шире ширины плеч. И вырастаем на пятки. Поднимаем сначала стопы вверх, чтобы запрыгнуть на ролевые, раз, залетели вверх, и только нашли баланс на правой ножке, нашли баланс, и только потом, да, очень хорошо, что голову поднимаем, вот и вверх, вот, сейчас вот вообще отлично, и сюда, еще ее можно отворачивать назад к левой ноге голову, то есть вот сюда еще, так, колесо влево, к прямой ноге отвернуться назад, чтобы вообще прогнуться в спиночке, не туда, это прямая нога, к прямой, которая уедет. Давайте теперь вторую сторону, да, вот. Это мы уже это делали, Настя, другая нога. Вот тут. Правой поедете. Ага. Назад откатились. И голову поворачиваете через плечо, смотрите назад, направо. Да, направо. На ягодичку смотрите, а потом встаете прямо и через плечо направо. Вес тела на правой, на левой ноге и на правой ручечке. Да, направо, не на этой. Ой, на левой руке, извините. У меня это скайп поворачивает, все. Да, вот. Да просто вот так, да. Тым-дым и назад. Вот, все дела. Отлично. Отлично. И все, и зависли. Тым-дым. Растянуть, как всегда, икроножные. Это как если мы будем опускаться. А тут теперь просто ролевые. И переступаем с большого пальчика левой ноги на мизинчик. А потом мизинчик двигается обратно. Все. Ну, теперь очень хитрое упражнение. Тут правильно левую пятку вперед несите. Еще. Нет, мало. Еще ко мне. Ногу эту, да, все, огонь, все, нашли баланс, а можно вообще просто вот, ой, какая красота, вот теперь огонь, и плечики, уже можно ногами не увлекаться сильно, здесь больше увлекаться красотой рук, красотой осанки, проверить плечи, ключики очень хорошо, талия ровненькая, что да, а ноги уже привыкли, ну вот, потребовалось 3 месяца, и все, огонь, все,
через 3 месяца уже работает. Хотя там девочка вот держалась ручечками, да, поворачиваем на вторую, переходим мягонько, аккуратненько. Главное уместиться внутри таза, найти вес тела на пяточки. И вот эту правую ногу еще ближе ко мне чуть-чуть, да. И переступать вес тела на левой пятке, да, вот, вот, все. На левой пяточке крутится таз. Настя, как хорошо, что-то вы сегодня очень легко все делаете, так хочется поругать чего-нибудь.